В Самарской области, как и по всей стране, продолжается благоустройство территорий, сообщает администрация Самары в телеграм-канале «Вести с Дворянской». Парки, скверы и другие общественные пространства обновляются в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», который реализуется по решению президента в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Всего за последние годы привели в порядок 790 общественных пространств и 1586 дворов. В этом году появилось еще 123 пространства и 238 дворов. Все они были благоустроены благодаря инициативе жителей, которые голосовали за любимые территории. Администрация Куйбышевского района напоминает, что молодежная редакция Самарской области в середине октября объявила фотоконкурс «Самарская губерния глазами молодежи». Цветные, черно-белые, репортажные и художественные. По результатам фотоконкурса из лучших работ участников сформируют передвижную фотовыставку, а победителей наградят дипломами и призами. Работы принимают с 10 октября по 10 ноября. Зарегистрироваться на конкурс и прикрепить свои работы можно в форме, размещенной в телеграм-канале. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки напоминает, что для отдельных категорий граждан, имеющих регистрацию в Самаре, предусмотрена компенсационная выплата на установку индивидуальных приборов учета горячего и холодного водоснабжения. Для ее оформления нужно обратиться в МФЦ или районный отдел по предоставлению мер социальной поддержки населения. Выплата предоставляется одиноким матерям, воспитывающим детей до 18 лет, многодетным семьям 3 и более детей до 18 лет, семьям, воспитывающим детей-инвалидов до 18 лет. Подробную консультацию можно получить по телефону, указанному на экране.